Над светофорами и автомобильными пробками в Могилеве построят наземное метро. Впервые в мире будут применены струнные технологии для транспорта. Это разработка белорусской компании. Она же построит и линию, и оснастит ее юнибусами. Так называются вагоны, рассчитанные на 24 пассажира. Скорость нового транспорта до 150 км в час. Пассажиры смогут добраться из спального района до центра города и обратно всего за 2 минуты. Сейчас подготовлен бизнес-план, разрабатывается проект, а строительство планируется начать в 2019 году. Стоимость именно концепции линии городского транспорта Орджоникидзе-Фатина по бизнес-плану составляет около 10 миллионов долларов. И окупаемость 9-10 миллионов долларов, а окупаемость в среднем, скажем, до 10 лет. При нынешнем пассажиропотоке, при нынешних условиях и цене билета 80 копеек. Есть мировая практика проектов, когда данная тема была через народное финансирование. И потом уже, кажется, получение оттуда определенных дивидендов. После ввода первого городского маршрута в Могилеве намерены построить еще две линии. Разработчики проекта уверены, что будущее пассажирского транспорта именно за новой системой эстакадного типа. Например, на больших расстояниях юнибусы могут разгоняться и до 600 км в час. То есть из того же Могилева до Минска пассажир сможет доехать за 20-30 минут. Такой транспорт экологически чистый и не требует глобальных финансовых вложений. Предметный интерес к проекту уже проявляют в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и Чехии. Больше новостей вы найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Сразу после нас столичные подробности и итоги этой среды, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго.